должен бросить спорт, оно ты безумно устал. И если дело надоело, хоть начнись ураган. И если дело захотело, прилечь на диван. Я подскажу тебе средства, как морская волна. Включайте мир из бразерства на телеэкране она. И не бей страсти, это твоя передача. И не бей страсти, какая большая удача. И не бей страсти, это живая вода. Смотри, участвуй, смотри, участвуй. И не бей страсти, везде и всегда. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Империя страсти». «Империя страсти» в эфире, как всегда, это опасно, чревато и так далее и тому подобное. Говорить о том, что программа отвратительная, я не буду, это и так понятно. Стыдно, стыдно, дорогие друзья, что такие вот продукты телевизионные появляются на наших экранах. Стыдно. Сейчас я покрываюсь красным цветом. Может быть, вы его и не видите, потому что покрываюсь я им под одеждой. Но мне, честно говоря, неудобно. Прежде всего, неудобно, потому что вы смотрите эту передачу. На вашем месте я бы этого делать не стал. Но, тем не менее, «Империя страсти» здесь, и от этого факта отвернуться нельзя. Мы начинаем. Я не буду откладывать в долгий ящик то, что обычно откладываю. И с удовольствием сейчас приглашу сюда наших игроков. Итак, сейчас на этой импровизированной сцене появляется первый наш участник. Татьяна, встречайте, пожалуйста. И сразу же появляется другой участник, которого зовут Вячеслав. Немедленно, Вячеслав, пройдите, пожалуйста. Дорогая Таня. Слава, извините, я поговорю сейчас с Таней, да? Вы пока, может быть, заткните уши, если я вам сказал поговорю, значит, заткните уши, пока не надо. У нас интимный разговор. Танечка, позвольте поцеловать ручку. Пожалуйста. Волнуетесь перед началом игры? Конечно. Да? Да. Очень? Очень. Сейчас узнаю, у Славы волнуется ли он. Слава, ничего, что я, так сказать, на «ты»? Нормально. Отлично. Славик, волнуешься сейчас? Есть немножко. Да? Да. Как ты думаешь, кто волнуется больше, Таня или ты в данный момент? Я думаю, оба. Оба волнуетесь? Да. Или обе? Как правильно? Обои. Обои! Обои волнуются, наши игроки! Потрясающе! Ну, не будем, так сказать, не будем мучить их здесь. Идите, сядьте, Танечка, туда, а вы, Слава, вот туда. Скажу вам только одно. Не начнем играть, пока не подпишете вот эти бумажки. Это вам, а это, дорогая Таня, вам. Вот вам фломастер. После того, как подпишете, обязательно верните. Фломастеры дорогостоящие, у нас их немного. Дарить мы их не можем себе позволить вам. Поставил подпись? Красоты-то какой! В банке работаете? Нет, нет. Нет? Позвольте, я прочитаю, что здесь написано. Я, Татьяна Хруцкая, готов раздеться до трусов. Боже мой. Ну я разве просил вас это писать? Танечка, ну вы нормальный человек? Что это такое? Мы с вами на телевидении. До каких трусов вы собираетесь раздеваться? Надо было зачеркнуть. Не надо ничего зачеркивать. Поздно уже. Готова раздеться до трусов. И здесь вторая расписка. Я, Бодный Вячеслав, готов раздеться до носков. Великолепно, великолепно. Плохо, что вы не договорились в самом начале, естественно. Кто до трусов, кто до носков. Непонятно мне это. Вот. Но, тем не менее, удивляет, конечно. Да, представляете, вот ведешь так передачу, вдруг тебе подсовывают такие бумаги. Татьяна готова раздеться. Сохраню эту бумажечку обязательно. Сегодня у нас оглушительные призы в нашей бравурной передачке. Итак, я с удовольствием объявляю начало первого тура. Поехали! Первый
Культура империи страсти. Естественно, первое, что мы должны сделать, это сделать ставки на этот тур. Слава, вы будете первые или предоставите? Я предоставлю. Предоставите, да? Как вы предоставите, интересно знать. Прошу, наверное. Да? Ну попробуйте, попросите. Танечка, сейчас вас Слава будет о чем-то просить. Я даже не знаю, о чем он будет просить вас. Татьяна. Да. Я тебе предоставляю первое слово, выбрать цифру. Нормальный ты человек. На тебя люди смотрят сейчас по телевизору, понимаешь? Ну. Практически вся страна. Ну, привстань хотя бы, ну что это такое? Что, в трамвай, что ли, действительно? Ну, подойди поближе. Да нет, я отсюда. Отсюда, да? Достучаться попытаешься отсюда. Татьяна, начинай. Что начинай? Цифру убирать. Ну, цифру убирать. Ну, дорогая Таня, я хочу тебе предоставить право выбора. Ну, давай. Ну, давай. Да она поняла, Коль. Сейчас я узнаю. Тачка, вы понимаете, о чем говорит вам Слава? Вот я, например, нет. Ну, примерно да. Да? Поняла. То есть ты отказываешься как следует попросить Таню об этом? Я ее попросил. Да? Ты женат? Нет. Нет? Будешь? А вы замужем, Таня? Сейчас нет. Ура! Ура, 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 ура. Ну что, Танечка, если вы согласились, то теперь уж выбирайте число. Выбирайте вот... Единичка неплохое. Неплохое. Троечка тоже ничего. Пятерочка. Мне нравится 4. 4 нравится Татьяне. Боже мой. Боже мой. Я поудобнее устроюсь для того, чтобы посмотреть, какое же число на самом деле находится у вас вот здесь. Вот. 5. Великолепно. Великолепно. 5. Прекрасная. Прекрасная цифра. Итак, в случае проигрыша Татьяна или Вячеслав снимут себе 5 вещей. Пришло время назвать, непосредственно рассказать о первом туре. Что это такое? Называется он «Страсть по торту». Что вы должны сделать, дорогой Слава и ненаглядная Татьяна? Сейчас я завяжу вам руки, ноги, глаза, шею, позвоночник. И отправлю вас за границу. За границы нашей Родины, ближе к Северному полюсу. Вот, собственно, и все. Там, в снегах, вы должны будете в таком состоянии, с завязанными руками, глазами, ногами, отыскать тот торт, который я уже там спрятал. Вот, собственно, и весь конкурс. Он прост. На самом деле все по-другому. Сейчас я завяжу вам... Я завяжу им. Завяжу. Все завяжу. Завяжу вам руки. Идите ко мне. Сзади завяжу, конечно же. Дорогая Танечка. Ну, я так, в общем, мягко завяжу. Следов почти не останется. Вот. Дорогие друзья, прошу вас, девочки. Задача проста. Всего 1 минута времени. Руки не участвуют. Грецкие орешки, которые нужно вытащить из этого торта. Кто больше вытащит зубами, естественно, и сложит на этих тарелочках, да, тот, соответственно, и победил. Кто меньше, тот проиграл. Вот, собственно, и все. Единственное, что хочу сказать, очень много грецких орехов находится в глубине этого торта. Это правда. Ну, вы готовы, родные мои? Считаю до 1. 1. Начали! Всего 1 минута. Эх, ну, что же они там делают? Что они делают? Сколько в этом интима? Посмотрите, сколько в этом интима. Как работают не только зубы, но и губы наших участников. Что удивительно. Причем интеллигентно, обратите внимание, не толкаются, пока ни разу не столкнулись с лбами. А внутрь будем заглядывать или нет? По-моему, не будем. Вот! Вот он наш герой! Посмотрите, что он делает. Он ее не подпускает к торту. Вот они. Еще много времени. Еще. Это уже страсть к поцелую, понимаете? Что она делает? Я не понимаю, запрещено ковыряться пальцем в нашем торте. Осталось еще 5 секунд. 5 секунд. Это я слезал, сказал Слава. Откуда слезал, Слава? Сверху слезал. А! Вот оно. Подойдите сюда, мои родные.
Подойди сюда. Вот это наша Таня, а вот это Славик. Я ей помогал. Да, помогал ей. Ну, в принципе, можно тарелочку. Тарелку бы лучше складывал. Вот это вот. Лучше бы складывал ее тарелку. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 грецких орешков. Вот собрал наш Слава. 11 грецких орешков. А наша дорогая... Теперь это вторая часть конкурса, я забыл сказать. С завязанными руками вытереться. Вот, я положу сейчас на пол. Вот, а нужно будет вытереться. Вот, а это то, что насобирала наша дорогая Таня. 4, так сказать, ореха. 2 и 2. Но каких, говорит? Что вы имели в виду? Тут 1 за 2. 1 за 2, да? Да. Угу. То есть, в принципе, там вы считаете, что 8? Да. 8. Вы насобирали 8 орехов, а Слава 11. Ой. Что же сделать? Хотелось бы, конечно, чтобы раздевались вы тоже с завязанными руками. Вот, в этом есть некий интерес. Ну что ж, дорогие друзья, сообщаю вам, что Славик, в первом туре ты выиграл, молодец. И в связи с этим 5 вещей будет снимать с себя наша дорогая Татьяна. Поехали! Честно говоря, в шоке, потому что я не планировал, что так будет. В принципе, можно заканчивать нашу игру. Какой смысл? Первый тур, и практически уже все. Дорогая, это... Можем повторить, можно что-то по-другому. Слава! Как тебе повезло? Я не знаю, честно говоря, есть смысл объявлять второй тур. Как бы это ни было страшно, мы начинаем второй тур. Поехали! Страсти. В принципе, можно было бы уже и не играть, потому что самое главное случилось впервые в истории нашей передачи. Это случилось, дорогая Таня. Закройтесь, боже мой, закройтесь. Неудобно даже, в самом деле. Шутка. Но игра есть игра, а что делаешь? Если у вас не хватит вещей, снимать придется мне. Это будет пострашнее. Ставку делает наш Вячеслав. Какая цифра? Цифра 3. Цифра 3. О-хо-хо. Нет никаких проблем. Мы поднимаем сейчас юбочку вот здесь. Вот такое поднимаем, поднимаем, поднимаем. Выше поднимаем. Что мы видим там? О, 2. В случае проигрыша. В случае проигрыша, Слава, извините, все. 2 предмета. Для того, чтобы уравняться с Татьяной, чтобы все было по-честному, если вы проиграете, я вам скажу, какие 2. Хорошо? Ну, великолепно. Великолепно, великолепно. Второй тур высокоинтеллектуальный, гуманитарный и высокохудожественный. Называется он «Страсть по живописи». Что это такое? Что это такое? Сейчас, буквально в течение 1 минуты, Татьяна и наш Вячеслав должны будут на 2 потрясающих мольбертах нарисовать некоторые предметы. А именно, Вячеслав должен будет нарисовать максимальное количество цветов, цветики, тюльпанчики, ромашки, гвоздики, незабудки, все, что приходит в голову. А наша дорогая Танечка должна будет нарисовать максимальное количество оружия. Пушки, гранаты, бомбы, пистолеты и так далее. Вот они, орудия вашего труда. Это вам, Танечка, это вам, Слава. Итак, по счету 3
Я просто скажу три, как отрежу. То есть, если скажу мягко, три. Не обращайте внимания. Если скажу строго, так отрезано, так три. Сразу бегите к мольбертам и начинайте. Достаю секундомер. Где мой секундомер? Вот он. Господи. Не знаю, где встать поближе. Около Таниного? Или около Славкиного мольберта? Наверное, буду стоять около Таниного. Любоваться, как она будет рисовать. Итак, Татьяна рисует оружие, а наш Вячеслав рисует цветы. Командую. Не получилось. Три! Время пошло. Подойду, узнаю, как там рисует. Что это? Это гранаты. Это гранаты? Это гранаты? А, с кольцом. Гранаты с кольцом. Так, это кактус. Отдаленно напоминает кактус. Угу. Удивительное дело. А что это вы два раза рисуете одно и то же? А что еще-то? Разные должны быть виды оружия. Не только гранаты и топоры. Забросаем гранатами и топорами. Оказывается, вот все, что знает Татьяна об оружии. Видимо, это единственное, что есть в нашей армии. Гранаты и топоры. А это что? Это пулемет? А, берете количество. Понимаю вас. А это что? Это тоже пулемет. Стоп. Какая прелестная работа у Вячеслава. Обратите внимание. Художник в легких штрихах буквально полунамеком обозначает нам трагедию, экологическую трагедию, царящую на нашей планете. Понять нельзя, что это. Одуванчик. Одуванчик. Беленький. Ну, в принципе, беленький одуванчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Прекрасно. Шесть. Мы имеем шесть цветков здесь. Шесть работ художников. Могу сказать вам, что именно с этим мы отправляемся в Англию на аукцион Sotheby's, где будем продавать работы Вячеслава. Потому что уже понятно, что эти работы войдут в историю. Медленно приближаюсь к оружейному складу. Что мы обнаруживаем здесь? Сначала вы можете подумать, что это, конечно же, яйца. Страусины, предположим. Но на самом деле нет. На самом деле нет. Художница изобразила гранаты таким образом. Гранаты. Шесть гранат. Что вот это? Бумеранги. Понимаю вас. Народное оружие австралийцев. Понимаю. А на самом деле? Это пистолет. Это пистолет? Хо-хо! Гранаты и пистолеты. Ну, в принципе, много успел нарисовать. Два прекрасных пулемета. Пулеметы самоходные, обратите внимание. На двух коротких ногах. Ему говоришь, иди ко мне, маленький мой. А ну, стреляй. И он подходит и стреляет. Великолепно, я считаю. Мне кажется, что все-таки наш Таня выиграл второй тур. Такое количество оружия успел намулевать. С ума можно сойти. Вот она, победительница. И два предмета снимает с себя наш Слава. Поехали! Вячеслав, вы знаете, что я только что заметил? Я только что заметил, что мужчины и женщины раздеваются по-разному. Знаете, вы, наверное, заметили это давно, а я заметил только сейчас. Посмотрим, что нас ждет впереди. Третий тур. Поехали.
новости на ваших телевизионных экранах, дорогие друзья. Пришло время, Танечка, сделать окончательный шаг в пропасть. Один. Один? Совсем один? На Голгофу. Ужас! Пять вещей снимет с себя проигравший в третьем туре. В третьем туре снимет с себя пять вещей. Третий тур. Страсти по диванию. Страсти по одеванию, наш любимый конкурс. Наши помощники, наши игроки. Татьяна одевает слесаря. А, ну, нашего помощника вот этого одевает в слесаря. А наш дорогой Слава одевает помощницу. Помощницу, да. В бухгалтера. В бухгалтера. Ну, в принципе, я говорю, раз, два, три, начали. Кто быстрее? Поехали! Ой! Вот моя воля бы. Уехал бы отсюда, ей-богу, уехал. Не возможно, вот только краснее, ей-богу. Стыдно, блядь, стыдно. О, ой, выверенной рукой повалило его, повалило его. Носочки, носочки, прекрасные, черные. Сломала ножку, сломала ногу парню. Ну, ничего страшного. Ловкая, наша ловкая. О, отваливается нога. Я не знаю, что делать. А вообще, в принципе, Слав, частенько приходится одевать, работать вот таким вот образом. Одевать или снимать? Не, ну, одевать, естественно. Чего уж снимать? Нет, впервые. Впервые приходится? Да, на манекене. Не часто. На манекене. А, то есть на живого человека бывало? Бывало. Да? Бывало. А вот это... Славка делает уверенно, обратите внимание. Как прямо, посмотрите, ловко натягивает, а? Стараюсь. Я даже не знал. Вот я, например, никогда не пробовал это делать. Никогда. Ну, какая уверенность. Какая уверенность. Очаровательный, кстати, у нас слесарь современный. Современный, прекрасный слесарь у нас. Вот и брюки, так сказать, одеваются. Ой-ой-ой-ой-ой! Половина бухгалтера отпала. Это, видимо, перед ревизией. Понимаю, понимаю. А что сделать? Как быть? Черт, придется, видимо, отрывать руку опять. Отрывай руку! Рви руку! Вырви ему руку! Оторвем руки, как говорится, слесарю. Если, естественно, будет плохо работать. Знаете как, приходит человек домой, муж возвращается и говорит: слесарь был? Был. Все сделал? Сделал. Ну, иди, если сделал плохо, я ему руки оторву. Вот, в принципе, поэтому вот у нашего слесаря руки съемные, понимаете? Да что ж такое-то? Вот! А это, кстати, обратите внимание, наглядный пример. Это президент банка. Слава в данный момент президент банка. А это его главный бухгалтер. Который совершенно неправильно разобрался с налогами. Неправильно разобрался с налогами. И в связи с этим Слава сейчас вызвал к себе на ковер и вот таким образом разбирается со своим бухгалтером. Я тебе не только руки, но и корпус оторву. Как бы говорит Вячеслав. Что, не входит? Не входит. Входит? Входит или не входит? Не входит. Почему же не входит? Ой, вошел. Вошел. Не входит и входит. Входит и не входит. Боже мой, не надо еще аплодировать. Подождите, еще не финал. Мне все-таки импонирует то, что делает Вячеслав. Обратите внимание на эту позу. Сколько в этом красоты, рельефности. Какая сквозит в этом нежность по отношению к партнерше. А партнерша, как вы видите, она... Не совсем, так сказать, может быть, вменяемо. Чего он меня крутит туда-сюда? Делом бы занялся лучше.
Таня? Вы посмотрите, что сделала Татьяна. Я могу сказать, что обычно женщина из славы. Я прошу вас успокоить. А я соединил? Радость безграничная, Вячеслав. Я соединил. Он соединил. Он соединил. Что с чем, хочется узнать. И продолжает соединять, обратите внимание. Игра закончена, он все соединяет и соединяет. Ну, спасибо, хорошо. Как говорится, как соединяет, так и разъединяет. Где мы застаем главного бухгалтера, мне непонятно. Подождите, я поставлю. Мы застаем главного бухгалтера, видимо... Мы застаем его действительно, видимо, в кабинете президента. В таком виде. Да, президента банка я имею в виду, конечно же. Ну что, Слав? По-моему, нормально. По-моему, нормально, тоже, мне кажется, да. Ну, подумаешь ты, кстати. Может быть, все как-то, да, подумаешь. Ну, такая вышла на работу, а что делаешь? В это понедельник утро. Вот. Вышла в понедельник утром на работу. А вот слесарь, изготовленный Татьяной. Ну, понятно, совершенно понятно, что 5 предметов будет снимать с себя Вячеслав. Потому что он проиграл, это однозначно. Итак, самый главный момент. 5 вещей снимает с себя Слава. Поехали! Герой практически. Слава, точно ли 5 предметов было прискинуто? 5-5, отлично. Удивительно, да, вот женщины почему-то оголяют верхнюю часть, а мужчины все время почему-то нижнюю. Удивляет меня это. Итак, пришло время назвать победителя. Кто же выиграл? Мне трудно, честно говоря, определить. Я сейчас не очень помню. Вы сколько предметов одежды с себя сняли, Слава? 7. А вы, дорогая Танечка? 5. Понятно, что выиграла Татьяна. Мы поздравляем нашу победительницу с победой. И я объявляю наш главный приз, который получает Таня. Танечка, вы владеете высокими компьютерными технологиями. Владеете или нет? Нет. Хорошо, подойдем по-другому. Вы владеете высокими? Да. Понятно. Вот это я и хотел услышать. Поэтому вам достается главный приз нашей сегодняшней игры. Главный приз это от нашего генерального спонсора. Потрясающий мультимедийный компьютер вместе со всеми аксессуарами. Огромная мощная машина. Я поздравляю вас, это лучше, чем автомобиль, поверьте мне. Поздравляю вас с победой. А наш Вячеслав получает тоже компьютер, тоже прекрасный компьютер, тоже от нашего спонсора. Конечно, не таких размеров, но практически точно такой же. Вот он, это специально для тебя, запускай космические корабли. Это еще не финал, дорогие друзья, впереди у нас суперигра, которая является собой полную противоположность тому, что вы сейчас видели. Внимание, суперигра! Это был танец настоящего мужчины, который предваряет собой начало супер-мега-игры. Задача проста. Наши игроки должны, кто быстрее, одеться. Единственное, что они будут делать, это с завязанными глазами. Как обычно, коллекция одежды предоставлена городской свалкой на юго-западе. Вещи, которые наши игроки... Я так люблю обычно вот завязывать эти повязки, чтобы находиться рядом. Только рядом, Танечка, понимаете? Рядом с вами. Так приятно, в самом деле. Боже мой, где вы были? Где вы были все эти годы? Где вы были? Боже мой, жизнь проходит стороной. Я говорю раз, два, три, они начинают одеваться в те предметы одежды, которые мы привезли специально с юго-западной
городской свалки. Вот, собственно, и все практически. Да, еще хочу сказать, ну где-где? Надо искать. Дело в том, что это как раз те вещи, в которых наши игроки покинут эту студию. Вот, поэтому в их интересах, естественно, надеть максимальное количество вещей на себя. Итак, раз, два, три, начали! Ох, ох, ох! Удивительно, Танечка начинает с шапки. Молодец, молодец, прекрасно, 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 прекрасно. Великолепно, великолепно. Мне кажется, что шапка – это именно то, чего не хватает сейчас нашей Татьяне. Это единственное, чего ей не хватает, в принципе. Правильно, а как? Чем больше возьмешь, как говорится, тем больше унесешь. Вот. Слава. Слава. Ну, ты, в принципе, прав, Вячеслав, конечно. Утеплить хотя бы что-нибудь. Пускай низ отмерзнет, когда ты будешь идти домой. Кстати, забыл предупредить. Наши игроки домой возвращаются пешком именно в том виде, в котором они отсюда уходят. В этом, кстати, и есть главная, основная задача нашей передачи. Ой, стоп! Время истекло. Слава, иди ко мне. Иди, иди сюда на звук. Иди сюда на звук. Танечка, иди сюда скорее. Иди скорее, иди скорее. Ой, закружилась. Закружилась красавица. Снимайте повязки ваши, снимайте. Повязки. Нет, шапочки можно оставить, а повязочки снимайте. Великолепно ты выглядишь. Очень спортивно, кстати. Очень спортивно, молодежно. Очень спортивно, молодежно. А вот, мне кажется, Татьяна, в принципе, хороша. Согласитесь, хороша. Но просто какой-то пляжный ансамбль. Эти мини-бикини 69. Вот, прекрасно. Я думаю, что не стыдно в этом прогуляться и по Красной площади. Да, и пусть иностранцы видят, пусть знают. Я прошу принести главный приз, который мы вручаем в суперигре. Принесите его сюда, и его получает, безусловно, Татьяна, потому что она героиня. Она героиня. Я не знаю, в каких вы взаимоотношениях с вашим противником, с Вячеславом. Но, тем не менее, вот эта штука, я не знаю, для чего она, но мне кажется, она как раз для того... да, она как раз для того, она как раз для того, эта штука, чтобы играть в нашу игру, не вставая с постели. Вот. Это какое-то иностранное и красивое. Это вам от нашего генерального спонсора. Итак, вы смотрели «Империю страсти». Это Татьяна, это Вячеслав. Вот они, наши игроки. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока! Если нервы не к черту, и жизнь как скандал, организм бросит спорта, но ты безумно устал. И если дело надоело, хоть начни с ураган. И если дело захотело, прилечь на диван. Я подскажу тебе средства, как морская волна. Включай телевизор из бардакса, на телеэкране она. Империя страсти,